Североказахстанским департаментом Бюро национальной статистики озвучены итоги социально-экономического развития региона. За январь-сентябрь текущего года инвестиции увеличились на 16,1%. Высокие показатели по-прежнему демонстрируют аграрный сектор и сфера строительства. Так, объемы строительных работ достигли отметки почти в 102 миллиарда тенге. Сюда входят проекты по возведению нежилых зданий, дорог и автомагистралей, а также систем водоснабжения. Также свои плоды дает развитие промышленности. Местными предприятиями произведено продукции на 457,6 миллиарда. Хорошие показатели демонстрируют и сфера инвестиций – около 296 миллиардов. Лидером по валовому выпуску продукции является сельское хозяйство. Местные компании, агроформирование, средний и малый бизнес произвели продукции почти на 686 миллиардов тенге. Объем строительных работ вырос на 22,2%, инвестиции в основной капитал на 16,1%, объем промышленного производства на 12,5%, ввод жилья на 12,4%, розничная торговля выросла на 4,5%.